Добрый день всем, кто зашел на мой канал. И хочу сегодня вам маленькие новости рассказать за неделю, которые были на прошлой неделе. Сегодня у нас суббота. И хочу рассказать обстановочку, которая сложилась в Испании. Вот сегодня такое море, но я в бухточке. Ой, чуть не упала немножко. Немножко море волнуется. Санитарные власти Испании сказали, что эпидемия в стране под контролем, но немножко выросла заболеваемость. Из всех тестов, которые сделаны в Испании, 15%, конечно, оказываются положительными. И многие регионы хотят вернуть масочный режим. В основном, конечно, заболевает молодежь, которая в барах собирается. И вот за пятницу газета «Новости недели» сообщает, что в пятницу за сутки заболело 29 500. Это по всей Испании. Ну, как бы, говорят, что это стабильное, сильно не повышается, там было 27, 26, 28, ну, вот так оно держится, сильно, конечно, не повышается. Но комендантский час у нас продлили, и вот не знаю, что будет на этой неделе, продлят ли его еще или нет. Но все больше регионы все больше закрываются на комендантский час. Вот на этой неделе такая тоже новость, одна из газет написала, что в Германии объявили Испанию опасной для туристического путешествия. И с 27 июля для непривитых граждан будет карантин введен на 10 дней после возвращения с Испании. Или же 5 дней. Видимо, в ожидании теста. Ну, это, конечно, может даже жестоко, не знаю. Но очень много с Германии отдыхают, очень много. Смотрим, вот машин много. И как бы очень много отдыхающих. Вот также одна из газет пишет, что... Что Израиль заявил, что в следующем месяце они создали вакцину против короны в таблетках. И уже прошла испытание на животных. И будут как бы в следующем месяце уже выпускать эти таблеточки. Как будет, дальше напишут. Еще одна газета пишет, что в Европейском Союзе будет вакцинировать уже детей с 12 до 17 лет. Предлагали Модерна вакциной. И агенция Европейская, медицинская Европейская агенция рекомендует всех прививать, которым с 12 до 17, вакциной Спикева. Это на базе... Модерны будет сделана эта вакцина. Мы посмотрим, как оно будет. В аптеках Испании уже начали продавать тесты, быстрые тесты, но пишут опять-таки, что это не 100% гарантия для выявления заболевания. Обычно это используется для домашних условиях. Ну, примерно, если человек плохо себя чувствует, прежде чем идти в поликлинику к доктору, он может купить этот тест и сделать себе сам дома без никаких сложностей. И уже начали продавать в аптеках. Где-то стоит будет 10 евро примерно. Может, в разных аптеках по-разному. И еще такая новость. Вот гражданин Германии отдыхал на Канарских островах.
И при прилету на остров сделали ему тест, и тест оказался положительный. Он должен был находиться на карантине, но он, конечно, это все пренебрег и начал прятаться от правоохранительных органов. Его искали по всему острову, не могли найти, но в итоге его выловили в аэропорту, когда он явился на посадку, на возвратиться в Германию. Его там, конечно, поймали, задержали, сделали, ему штраф дали, несколько тысяч, пишут, что 60 тысяч евро. Ну, он, конечно, будет оспаривать, и сумма, видимо, будет уменьшена, но дело в том, что, видите, сколько он мог заразить людей, никто не знает, и медицина будет тратиться на лечение тех людей. Поэтому в газете призывают не делать этого. Коль уже так получилось, значит, надо соблюдать все правила той страны, в которую вы приехали. Вот еще такая новость тоже сообщает одна из газет испанской, что с 21 июля Франция начала требовать санитарный паспорт по вакцинации. И прикрывают там с 1 августа рестораны, самолеты, где на поезда будут требовать паспорта. Но дело в том, что, видите, там сейчас поднялись протесты, как оно будет, все будет потом известно. В Италии тоже подумывают ввести такие же меры. Ну, а Испания, как бы, всегда следует за Францией, что делают во Франции, обычно делают и в Испании. Как-то они очень дружны, поэтому не исключено, что могут также ввести и в Испанию. Потому что министр здравоохранения заявила, что болеют в основном дети, вернее, не дети, а дети, да, болеют от 14 до 19 и превышают 1500 на 100 тысяч жителей, заболевших в этом возрасте. А от 20 до 29 приблизительно 1800 случаев на 100 тысяч жителей. И даже болеют некоторые, кто и привит. Поэтому сейчас рассматривают, кому 12 лет, с 12 тоже прививаться. Вот такие, как бы, новости, которые освещают газеты испанские за пятницу и на прошлой неделе. Вот еще одна другая газета пишет, что почти 30% испанцев этим летом не отправились на отдых из-за экономических проблем, из-за пандемии. Многие, конечно, пострадали, закрыли свои бары, гостиницы не работали целый год. Многие потеряли работу, кто работал в гостиницах. Это тоже очень отразилось на экономическую ситуацию. Поэтому люди остались отдыхать в своем регионе. Ну, вот такие, собственно, новости за неделю. И вот хочу еще сказать, что особых таких проблем, как бы, вроде бы нету. В городе много туристов, на пляже, ну, много. По сравнению с прошлым годом, как бы, много, а по сравнению с предыдущими годами, это процентов 30 всего отдыхает в нашем городе. Не буду освещать экономику Испании. Где-то идет рост, где-то упадок. Можете прочесть в интернете сами. Погода, какая сейчас в Испании. Ну вот, температура на целой неделе была очень жарко, очень-очень жарко. Потому что в нашем регионе было 30-32, а южнее было и больше. Теперь передают, что буквально с воскресенья температура немножко упадет. И в Каталунии ожидается 30-38, но это не совсем упадет. В Андалусии
38-42. В Астурии, это север Испании, 21-24, может немножко быть дождь. В Мадриде 34. Это начиная с воскресенья. Но вот сегодня немножко тучи появились. Вчера не было, чистое небо. И была сильная жара. Лорет-де-Маре 28-31. Это начиная с субботы, воскресенье. Вот такая, собственно, погода в Испании. Ну, погода комфортная. Единственное, что вот трудно в масках. И вот в некоторых районах, провинциях, вернее, начинают носить обязательно маски. Ну, конечно, не носят, не все носят. Процентов 30 в масках, в основном пожилое население. Молодежь нет. Ну, вот такие сегодня новости у нас по Испании. Вот такое море. Немножко море волнуется, но туристов много. Приехала, машин стоит очень много, значит, гостиницы работают. Многие, вот сейчас я пришла на пляж утром, уже много людей пришли загорать. Сегодня суббота. На этом заканчиваю свой маленький репортаж новостей за неделю, которая прошла. В основном касается карантина. Будем надеяться, что все это закончится и будет все у нас нормально. Кому интересно, подписывайтесь на канал, смотрите наши видео. Будем освещать все, что пишут наши газеты. Может, что-то интересует кого-то, задавайте вопросы. Мы по возможности ответим на все вопросы. На этом до свидания, хорошего дня, хороших выходных вам. Всего доброго. Желаем всем. До свидания. Вот такое сегодня море. Море волнуется. Есть волна, но купаются есть люди, но не очень торопятся.